В этот день в холле общественно-культурного центра особенно многолюдно. Каждого из участников фестиваля ожидает своя минута славы, проведенная на сцене. В такой атмосфере главное перед своим выходом справиться с волнением, последние следы которого улетучиваются при первых аккордах. Побороться за звание самого талантливого и одаренного, проявить свои креативные способности в инструментальном, вокальном, хореографическом и даже цирковом творчестве на конкурс прибыли юные артисты из разных уголков России, Беларуси и Казахстана. Конкурсанты демонстрировали свои самые разные таланты. Проект «Салют талантов» – это серия фестивалей и конкурсов, которые проходят в течение одного учебного года в разных городах и странах мира. То есть порядка 80 конкурсов в одном учебном году. Наши конкурсы проходят как в Беларуси, России, в Азии, в Европе, в Пекине и в других городах. Объединены они все проектом «Салют талантов». То есть все победители каждого из конкурсов, кто занял первое место, получают право участия в суперфинале. Они приезжают все на суперфинал, он будет проходить в Санкт-Петербурге в октябре, где уже соревнуются за получение главного титула обладателя гран-при суперфинала проекта «Салют талантов». Мы не первый раз являемся участниками. Очень нравится родителям и детям, они с удовольствием принимают участие. Конечно, какое-то стремление появляется, это определенная ступенька, через которую они переходят, и заметно чувствуется, как они вырастают. В своих номерах каждый из участников стремился оригинально подать известные музыкальные произведения, удивить коллегию жюри танцем, либо поразить зрительский зал в номинации «Оригинальный жанр». Я хожу на много кружков, и для меня вот творчество все музыкальное – это как отдых, и все эти поездки я езжу с радостью, и на конкурсах очень интересно. Надо соревноваться с разными коллективами. Я хочу себя выразить сегодня на этом конкурсе по максимуму. И чтобы зрители нам, нашему коллективу аплодировали и говорили «браво». Мне кажется, это соревнование, вот кто кого сильнее по фольклору и по пению. Проект «Салют талантов» – это серия престижных международных фестивалей-конкурсов детского и юношеского творчества в России, странах СНГ, Европе, Азии и Америке. За 9 лет проведения инициатива зарекомендовала себя на высшем уровне. А еще конкурс – отличный старт для начинающих артистов. Любому ребенку, не обязательно талантливому, нужно заниматься творчеством. Это развивает его в различных областях жизни. И для детей просто очень хорошая мотивация и хороший инструмент для родителей отвлечь ребенка от телевизора, от гаджетов, от, возможно, не очень хорошей компании во дворе, отвлечь его от перспективы поездки на какой-то конкурс. Дети благодаря этим конкурсам не только занимаются творчеством, но они также еще могут увидеть мир, раскрыть свой кругозор, расширить его. Проект «Салют талантов» пользуется неимоверной популярностью у представителей талантливой молодежи. Только за год порядка 25 тысяч конкурсантов принимают участие в инициативе.